украшаю царевны. Принц Васко. Так что волшебной династии Лесоводья уже 5000 лет. А сейчас всеми правит мой отец, Дубрав 252-й. Очень познавательный доклад, Василиса Дубравовна. Спасибо, на этом наш урок подошел к концу. А наша семья с рыбаков начиналась. Мой прапрапрадед даже кита как-то раз поймал. Но они сразу подружились, и он его отпустил. А в Мудроземье всех цариц и царей называют мудрыми. У нас даже трон в библиотеке стоит. А вот кое о ком мы до сих пор ничегошеньки не знаем. А о ком? Да ладно, Васко, расскажи о своей семье. У вас большой замок? Башенок много? Я не могу сказать, это тайна. Ну и почему ты не рассказал царевнам про свою семью? На вас что, заклятие? Потому и не рассказал, что они царевны. И чего тут такого, не понимаю. Конечно, не понимаешь. Ты ведь тоже из царской семьи. У вас и замок свой есть, и драконы ездовые. А я все детство в огороде сорняки полол. Станут со мной царевны разговаривать, если такое узнают? Васко, мы все знаем. Знаете? Откуда? Отсюда! Волшебному вестнику стало известно, что знаменитый король из древнейшего рода тайно отправил любимого внука в лучшую волшебную школу. Везучий мальчик. Этот мальчик – настоящий талант. Он научился левитировать до того, как стал ходить, и сразу улетел за мороженым. Приятель ваш? Да хватит притворяться! Мы сразу поняли, что это ты! Я? Ну да. Конечно. Ваша взяла. Отгадали. Это я. В честь принца из древнего рода, то есть тебя, вечером приглашаем всех на царский пикник. Ух ты, пикник. Там-то ты и покажешь нам свои удивительные способности в левитации. Вдруг мы еще каких-то приемов не знаем. Запросто. А левитация — это что-то львиное, да? Как ты мог согласиться, если даже не знаешь, что такое левитация? Ну, это мой единственный шанс хоть как-то сойти за принца, чтобы быть наравне с царевнами. Ну что ж, раз для тебя это так важно, долг чести велит мне помочь другу. Круто! Только уж если ты решил стать принцем, круто, лучше не говорить. Повторяй за мной. Легким сделаюсь, как пух, полечу, как птица рух. Леви лев, леви прав, леви голову задрав. Ой! Теперь твоя очередь. Налево! Марш! Хорошо, теперь направо. Отличная крапива получается. Дрессированная. Скоро она везде расти будет. Ой! А то развели тут свои клумбы с цветочками. Ничего в красоте не понимают. Легким сделаюсь, лопух. Ой, то есть как пух, полечу, как птица. Ой. Леви-лев, леви-волк, поскорее был бы толк. Нет, это невозможно. Битый час здесь скачу, и все без толку. Двойной болотный отвар. Теперь вас никакое волшебство не возьмет. Мое зелье! Я же еще щепотку свирепости не добавила! Мне никогда этого не выучить. Там топнуть, тут хлопнуть. Ерунда какая-то. Как жаль. Только, пожалуйста, держи свое волшебство в руках. Да и в ногах тоже. Мое волшебство! Я и забыл про него! Ливан, ты настоящий друг. Точнее, гений! Ну как? Круто! В смысле, великолепно. Внимание, внимание! Впервые в Дивногорье принц Васко демонстрирует свою знаменитую левитацию. Так вот, кто мне колдовать мешает. Ну вы у меня долетаетесь. Крапива, слушай мою команду. Прогнать всех с полянки и захватить клумбу школы. Дивногорье будет нашим. Вперед! Спасибо, друзья. Это еще что такое? Хе-хе-хе.
Крапивка-то моя противоволшебная. Вперед! Прячьтесь за мной! На эту крапиву никакое волшебство не действует. А тут никакого волшебства и не нужно. Сейчас покажу. Это какая-то старинная техника волшебных воинов? Ага, прополка называется. Куда вы бежите? Во дворе у меня крапивы и так хватает назад! Ну, прям как дома на ферме. Здорово, ты даешь. Слушайте, никакой я не принц из древнего рода. Я просто Васка, потомственный фермер, в смысле. А я рада, что ты это ты, а не какой-нибудь хвостун из дворца. Я бы не променял тебя даже на 1000 принцев. Круто. Оказывается, быть таким, какой ты есть, не так уж плохо.